самый разгар зимы некоторые участки Кызылординской теплотрассы оказались практически оголенными. Ежедневно теплоэнергоцентраль теряет до 16% вырабатываемой энергии. Главная причина производственных убытков – изъяны в системе теплоснабжения. В городе в срочном порядке приступили к их устранению. О начатой работе расскажет Райхан Тажибаева. Отопительный сезон в Кызылорде начался вовремя. Запасов топлива достаточно. Подача тепла потребителям идет в штатном режиме. Но не все так гладко, как кажется. 17 километров городской теплотрассы оказались неподготовленными к зиме. Отсутствие теплоизоляции на магистральных трубопроводах грозит не только производственными потерями. В период сильных морозов в холодных квартирах рискуют остаться и потребители. Трубопроводы у нас все раскрыты. То это получается, что то тепло, которое мы вырабатываем, оно не доходит до людей. Получается, люди мерзнут дома, в домах, а мы просто греем улицу. Наличие проблемы тепловики не отрицают, но справиться с ней самостоятельно не в силах. Для теплоизоляции трубопроводов необходимо дополнительно порядка 40 миллионов тенге. Таких денег у предприятия нет. Работа очень серьезная, большая, и нам наших собственных денег как бы не хватало. Поэтому мы обратились с просьбой к акиму области, чтобы он оказал содействие. Данную ситуацию под свой личный контроль взял глава региона Кырымбек Кушербаев. Чтобы привести тепловые артерии города в надлежащий вид, из местного резерва выделено 40 миллионов тенге. Сразу же начаты работы по устранению изъянов. Необходимо провести теплоизоляцию труб на 17 километрах. Два из них – это магистральный трубопровод, 15 – межквартальный. Ремонтные работы начаты на 8 участках одновременно. На 4 из них – это свыше 11 километров – теплоизоляционные работы практически завершены. В качестве теплоизоляционного материала использованы рубероид и оцинкованный лист. По словам специалистов энергонадзора, контроль за эффективностью работы энергоснабжающих и потребляющих предприятий будет ужесточен. Это дает возможность снизить тепловые потери, которые у нас сейчас присутствуют в тепловых сетях, и в будущем обеспечить надежное и качественное теплоснабжение населения города. Все ремонтные работы на проблемных участках теплотрассы будут завершены до новогодних праздников. Отопительный сезон, уверяют тепловики, пройдет без перебоев. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область.